как вариант наработки перемещений, как их поставить, на одном из элементов. Сейчас главным элементом будет атака в лицо. То есть, когда мы работаем в масках, фехтуем, это очень распространенная атака. Именно на этом мы сейчас будем строить все защитные перемещения. То есть, первый вариант – разрыв дистанции, подтягивание, подтянулись, нырочек, уклон, диагональный шаг, подскок, разворот. Следующим этапом ко всем этим действиям мы добавляем контратаку, чтобы не зависать в защитном элементе. Раз, два. Уплотнились, пошли. Следующей ступенью мы добавляем парирование, опять же, уже возможно с контратакой. Это будет третьим этапом, ровно потому, что на первых двух мы все должны научиться делать за счет ног и корпуса. Только потом мы можем добавлять руки, не ранее, значит, начинаем рассчитывать только на руки, забывая про верные движения. Бам. Перекрыть. Более сложным этапом, когда противник начинает атаковать двойками, наша задача либо выполнить два любых защитных элемента, либо сделать первый элемент так, чтобы второе атакующее действие у противника было неудобным и, соответственно, создалась некая пауза. Ну, все это, соответственно, мы впоследствии проверяем в маске и в полную скорость.